Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, братья и сестры, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Возлюбленные во Христе братья и сестры, приглашаю верующих всех конфессий, деноминаций, разных юрисдикций на праздник благодарения, свято-подяка, фест. Это действительно будет большой праздник. В этом году уже второй раз Хрещатик, Майдан на весь день будут перекрываться. Это воскресенье, в это воскресенье 23 сентября. Добро пожаловать! С 10 утра будет богослужение, а затем уже праздничная вся остальная часть. Так что и в нашей церкви мы отменяем служение, потому что все приходим туда, на Майдан, на Хрещатик, чтобы вместе со всеми святыми прославить Господа нашего Иисуса Христа, чтобы воскликнуть со всеми Иисусу слава, навеки слава Богу Святому. Аминь. Из города Киева, с парка Киото, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам! Иисусу слава! Иисусу слава!